Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Илья, спасибо большое. Друзья, слушаем трек. Hey, mom, before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan, no one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slept, that's all. God, it's not the end of the world. Ребят, ну начало очень интригующее, ребятки, да? Интригующее, слушаем, ребят. Очень красиво, да? Красиво поет прям. Очень красиво, ребят, да? What is this? It's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing unless that... Хорошо читают рэп, ребятки. Голоса такие красивые, такие брутальные голоса. Музыка такая тревожная, но она красивая, ребятки. Это мы смотрим как фильм, мини-фильм. Still or running, she could write a story like Tom's ain't before me, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Похоже на компьютерную графику. Наверное, да. Это или отрывки фильма, или компьютерной игры какой-то. Да, это отрывки фильма, я думаю. И мистическое и что-то. Или компьютерные игры. Игра, видишь, компьютер, да, графика. Welcome back to the show. Очень красиво, ребятки. Исполнение шикарное, конечно. Да, из ужастика какого-то. Мистика какая-то, мистическая. Вот такое. This was not scratch. This was me. Caught in a loop. Thank you.
illuminated. The master of two worlds. No, the master of many worlds. And cut! Oh. Now that is drama. Вот, ребятки, я что поняла? Здесь снимают клип, снимают фильм. Что-то с мистикой связано, ребятки. Ребята пели, конечно, шикарно. Вот там группа ребят пели, да? Голоса чистые. Молодой человек и девушка, да? Да. В основных голосах. Да, да, да. Там еще была группа молодых людей, много их там было. Хорошо пропели рэп, конечно, ребятки. Музыка такая тревожная, но она красивая. Красиво вот пела музыка за кадром, якобы за кадром, да? Ребятки, молодцы. Клип очень интересный. Именно кто любит мистику, ребятки. Это вот такой... Голоса классные, ребятки. Все понравилось. И музыка, и голос молодого человека. И нарезка интересная из игры. Да, да, да. Все понравилось. Интересно смотреть, ребятки. Как фильм смотрела. Пока, друзья.